При болезни Паркинсона человек старается делать большие движения, но он их сделать не может, потому что он делает мышцами, а связки скованы, и поэтому движение нужно начинать с самых маленьких. Вот движение, покачивание, слегка вперед-назад, можно из стороны в сторону, слегка покачивая головой. И запомните, чем более маленькие движения вы будете делать, тем лучше и больше результат. Ну, если кто-то ездил на машине, то знает, самая большая нагрузка – это первая скорость, газ, тормоз. Первая, тормоз. И поэтому не смотрите, что это маленькие движения. На самом деле здесь идет колоссальная нагрузка, но как раз на те связки сухожилия, которые и не дают вам двигаться.